brincadeiras ao entardecer. Сейчас будем распаковывать посылку. Давай посылку. Прямо сразу. До дома не дойти. Вот такой вот жетон-адресник пришел для Маркуни. Что это собака, которая у меня может убежать, я думаю. Но он не ходит без поводка, как бы, но все равно его отпускаю. Бывает просто, когда поводок валяется. И я ему заказала адресник, потому что тот мы потеряли с косточкой. Мы уже дома. Вот такой вот жетончик-адресник с Йориком я заказала. Там есть адресники на все породы, с любым породом Йорков. Там, по-моему, 3 или 4 вида, можно разные сделать. Я захотела с таким длинношерстным Йориком. Я напишу название магазина, в котором мы заказывали этот адресник, жетончик, и оставлю ссылку на сайт и на Инстаграм. Также будет все в описании, и в Инстаграме подробный пост о жетончике и зачем нужны вообще эти жетончики. Дурачок, тебе. Она вешается на кольцо ошейника. То есть у меня для Юськи вот такая косточка есть. У Марика тоже такой был, но мы потеряли. Я надеюсь, мы тут не потеряем. Вообще, я недавно смотрела фильм «Путь домой», и мне захотелось заказать жетон, потому что там реально этот жетончик помог собаке вернуться домой. Но она хоть и так вернулась, но все равно. Там прям многое показывали жетончики, и мне прям, думаю, надо заказать обязательно. Ребят, также хочу сказать, кто не знает, и вообще, в принципе, на канале еще не говорила, мой канал именно про мою жизнь украли, мошенники, там сейчас другое название, доступа у меня нету, никак там ничего не восстановить, поддержка мне не отвечает, уже неделя прошла, поэтому я буду снимать на этот канал, и о своей жизни будут влоги как бы и со мной, и как бы со всем, то есть это будет канал общий, и про собак, и про меня, потом поменяю описание, название хочу новое придумать. Просто буду держать вас в курсе, что на том канале ничего не ждите. Сзади жетона номер и кличка собаки. Я взяла для Маркуса. Зараза. Это тупо мой размер какой-нибудь. Зараза. Ну, городишь, ну вон, видишь, зараза. Можешь взять? Жень, скормлю. Ты болевать будешь у меня. Ну, или нет. А. Любимому хочешь? Ну, давай. Свет, да. Я снимаю. Да. Я просто сниму, как ты идешь. Ну, еще в Бристоле дошики как бы, они бухло. Мы ходим в Бристоль дать за дошикой. Да. Скоро. За наггетсами. Ля какие. Ебать. Там барбарис стакан из-под выскаря. С дошиком снова. Маркус, голос. 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 Окна, как всегда.
Ну не откидной? Чего не откидной? Ну, экранчик. Нет. Ля аппарат. Вот он, смотри, у него сломался как. Видишь? Mm. Не вкусирует он. Понятно. Приготовить себе домашнюю еду, картошечку, фасоль купила, я ее обожаю, по-моему, я это 100 раз говорила, и курицу отварную захотелось, а не жареную, просто и так картошка жареная, короче, вот, сейчас буду наслаждаться домашним. Решила взять с собой сумку, вот это никогда что-то я ее не брала, все складывала в свою сумку, неудобно было, ну, тут всякие шампуни, короче, чтобы удобно было, я здесь все уместится, это сумка от Теле2. Как бы термосумка, сумка-холодильник, но я не только для еды буду использовать. Вот такое отдел наверху есть. Вот эта штука все перекрывает, и вообще клево. Ожидала запросы вещи, тоже перешла взять блокнот, потому что мне там надо что-то, ну, там, записывать мне. И ручку тоже от Теле2, кстати. Еще у меня есть такой брелочек. Думаю, вообще вот сюда как-нибудь ее прицепить. Значит, на плечах была ключевая связь. Вот такие, ну... Теплые воспоминания о Теле2. Ну, вообще, Теле2. И еще вот такой брелочек есть. Сзади написано «Ключевая связь». Вот такие вот приятные моменты с Теле2. Ну, сними. Чуть-чуть сними. Мам. Аля, какая? Это квартира, мы представили, что мы в Японии. Здесь, короче, это. Есть зеркало, кондиционер есть, стена. Я думала, что это интерьер, а по сути это просто белая стена, которая есть в толчке. И все, больше здесь ничего нет. Да, я покажу. Ля, какой сидит. Звук лежит. Ну, это тут, короче, все лежит, все как всегда. Это кухня, на которой нет плиты, но она как бы есть. Вот, пожилая немножко. И умывальник с ральником. Это я, кстати. Меня зовут Аня, я из города Томск, мне 16 лет.